Салам, народ, короче, хочу небольшое видео снять про лампочки, которые у нас идут в мотоцикле, в ижах, да и других мотоциклов, поворотников. Ну, в принципе, желательно вообще все лампы заменить на светодиодные. То есть я сейчас хочу поменять именно поворотники. Почему задался этим вопросом? Потому что на мотоцикле установлено девяточное зажигание автомобильное, и постоянно в тонусе как должен быть аккумулятор. То есть чем меньше энергопотребление, тем больше идет заряда на аккумулятор, и он в тонусе более-менее содержится. То есть были такие случаи, когда слабый аккумулятор, мотоцикл катится на холостых, включаешь поворот, ну и на мотоцикл начинает заикаться, запинаться. Короче, чтобы снизить энергопотребление, решил заменить вот эти обычные лампы накала на лампы, короче, светодиодные. Вот такие лампы купил я. Сейчас буду 5000 кельвинов свет, 5000 кельвинов температура. И, короче, сейчас я буду пробовать их устанавливать. Правую часть я поставлю вот этот поворотник, и поставлю вот этот поворотник. Потом у меня есть реле напряжения, включим левые повороты, посмотрим, насколько стрелка отклоняется, включим правые повороты. То есть, по идее, должно существенно отличаться. Но в любом случае экономия энергии будет. Ладно, короче, сейчас посмотрим. Короче, зацените прикол. Поставил, короче, лампу. Включаю зажигание, включаю поворот, и видно здесь, не видно, блин, светло не видно, ни хрена. Короче, из горит только 3 светодиода, остальные 5 не горят ни хрена. То есть лампочку я шевелю, вот, шевелю, ни хрена, и вот только 3 горят. Шевелю, ни хрена, никаких реакций нету. Поеду, короче, я обратно. Всю эту бороду отвозить. Заменю, потом покажу, что получилось. Салам, Абдурахман, короче, метнулся я до магазина. Заменил лампу. В общем, я, короче, кран не посмотрел, что она мне дала 24-вольтовые, а не 12. И поэтому вот такая борода у нас была. Ладно, в общем, я поставил правую сторону, проверил, все работает. В общем, теперь посмотрим, как это сказывается на энергопотреблении. Ну, сфокусируйся давай. Ну, вот более-менее так. Включил зажигание. Сейчас включаю правое. То есть там, где стоят светодиоды. Включил, выключил. Включил, выключил. Отклонения есть какие-то? Вот, включил. При этом смотрим. Вот она горит. То есть потом, конечно, можно это будет все проверить в темноте, как это будет. Но я думаю, не хуже будет. То есть тоже вот она горит. Сейчас на солнце не очень хорошо видно. И теперь включаю. Сейчас выключил. Включаю левую. Ни хера себе. Вот такая разница в энергопотреблении. Так что, короче, сейчас я левую сторону тоже заменю. И буду не опасаться включать поворотники, вообще не парясь. Сколько они там потребляют, что они там не потребляют. Короче, ставьте светодиодные лампочки, чтобы вашему аккумулятору и всей сети автомобиля или мотоцикла там, то есть было полегче. Так, короче, правую сторону поставили вот сюда светодиоды. Там стоят старые лампочки. Ну, посмотрим, короче, по яркости, какие ярче светят и есть ли вообще разница. Вот это у нас светодиод светит. Это у нас светодиод. Так. Это у нас обычная лампочка.
Есть разница? Ну-ка, не вижу ни хрена. По-моему, обычно немного ярче светит, да? Или нет? Ну-ка, с той стороны, если глянуть. Короче, в принципе, одинаково. Но разница в энергопотреблении. Идите, я тоже покажу. Иди глянь. Вот смотри вот сюда. Включаю правую сторону. Видишь, стрелка вообще не отклоняется. Вообще не отклоняется. Видишь, вот она стрелка. Mm-hmm. А теперь включаю левую сторону. Дал? То есть, насколько высоко энергопотребление у вот этих лампочек. Так что, короче, ставьте светодиоды и не заморачивайтесь.